А этот случай я назову, блядь, то, когда бомбит, когда реально уже бомбит, блядь. Когда тебе, сука, пидорасы, блядь, вообще хуй поймешь, как играть, блядь. Сделал даже побольше карту. Побольше мини-карту, чтобы посмотреть конкретно, блядь, что происходит в этом бою. В этом бою, блядь, я не понимаю, сука, если у тебя хватило ума, блядь, скачать игру, да? Если ты даже докачался до такого уровня уже, как, блядь, 7-8 уровень танка, да? Блядь, никакого хуя, блядь, тупишь, как, блядь, мудак последний, ёбаный в рот, блядь. Вроде поначалу все шло нормально. Все заняли свои позиции, вроде как нихуя, вроде все заебись. Я сразу выцепил МХшечку. И думаю, на, проебашите, опачки нахуй. Мы, блядь, заебениваем нахуй 746, блядь, урона. Что у нас происходит дальше? Дальше, блядь, у нас рашит низ, блядь. А эти все приперлись сюда, все. Директор, блядь, сушка, нахуй. Прискакали, блядь, 2 ПТ. Нахуй они сюда прискакали. Блядь, я один раз попал, пиздец, они как будто, блядь, они охуели. Они... Ебать, да тут нихуя Т-71 тут двоих затащил. Бля, тут халявы. Идите вы нахуй, халява вон там, внизу. Внизу халява, вон, красноты, ебаная туча. Блядь, я уже думаю, сука, на, бля, мне что ли разворачиваться ехать? Директору уже дали пизды, а потому что ибо нехуй, это называется, ибо нехуй, блядь, пастись, сука, и искать халяву. Халявы нету нигде, блядь, особенно в этой игре. Короче, я так прикинул, думаю, блядь, пойти нашим, что ли, помочь уже вниз туда. Ну пиздец, там Т-32 и сушка одна. Блядь, думал проехать, сука, блядь, почему-то между камнями не поедешь не проехать. Ну ладно, хуй с ним. Здесь появляется 59-16, я думаю, блядь, ну ладно, хуй с ним, еще один танк и уезжаю отсюда. На, нахуй, мы ему прописываем в башенку. И уезжаем. Все, там, блядь, там все продавили, нахуй. Там, нахуй, все продавили. Я им пишу, блядь, базу защищайте, нахуй. Не пишу, а, блядь, маячу, нахуй. Защищайте базу. Я, блядь, уже с вертухана, нахуй. Тут уже, блядь, накидываю, нахуй, в ЭЗ-шке, блядь. Потому что нихуя не остается делать. Вау, на, нахуй. Потому что надо тащить, блядь, базу, сука, нахуй, защищать. А не тупить, блядь, малолетние подростки, сука, ёбаный рот. Да хуй знает кто там, может быть не малолетний, может это, блядь, старикан какой-нибудь. Я хуй знает кто там играет вообще, блядь. Я хуй знает, да нахуй вообще эта игра дана, блядь. И вроде бы и статистика-то есть, блядь. По мне тайп уже, блядь, прохуяривает. И тайп, сука, думает, блядь, как бы меня затащить. Мне уже сушка пишет, давай нахуй. Уходи оттуда. Какое нахуй отсюда уходить, базу надо, блядь, защищать. Я ему пишу, конечно, никак нет. У меня уже чат забанен, потому что, блядь. Потому что разрабами забанен чат. Потому что таким пидором пишет, что он в натуре я не пидорасы. Ой, блядь, меня бомбило в этом бою. Но это не самое главное. Не самое главное, что тут происходит. Здесь нарисовывается, естественно, ИС. Тут уже, блядь, рядом и пантера. ИС нахуй забирает тут. Кого-то, по-моему, нашу пантеру ИС тоже забирает, нахуй. Я забираю ИСа. Дальше происходит ебучее менеджевание. Тут, блядь, у нас с пантерой. Блять, туда-сюда, нахуй, тут хуй поймешь, тут, блядь, никак ни мне не выцелить, ни ей меня не выцелить. Короче, никак, блядь, не получается. В башенку я, блядь, прохуярил один разок, ну, блядь, нихуя, без урона. На, нахуй. Хуй, ничего не получилось. Ну что, блядь. Ну, короче, занимаем позицию просто. Пиздец, нашу еще суху уебали, блядь. Я уже просто думаю, как-нибудь, хуй знает, светить буду, блядь. Может, выйдет она, может, нет. Сушка, бля, опытная, хуй она выйдет. Куда уехал Т-43? Куда уехал цирк? Он был еще вчера, блядь. Какие города? Какие нахуй, блядь? Эй, блядь, орликины нахуй ебучие. Т-34-85, Т-43, блядь. Они оба нахуй фуловые, блядь. Хули вы там трете жопы, сука, пидоры, блядь. Я никак не могу понять. Ебать меня бомбило, бля, в этом бою. Блядь, вы не видите, что у нас тут пантера, блядь. И суху-то что не затащить? Вдвоем. Два СТ. Два СТ. Пантера ебашит, но хуй промахивается. Нам все равно пантеру никак не выцепить, блядь. И все, и пиздец. И пиздец, и это все. И, блядь, вот на этом вся игра и закончена, блядь. Вот эти два полудурка, блядь, 85 и 43, они так и, блядь, и ездят там, блядь. И они не знают вообще, что делать. Т-43 вообще, блядь, я не понимаю, что это за отморозок. Что? Что это, блядь, за удот, нахуй, тоскливый, блядь. Что там за уебанство, нахуй? Приехала уже Лора сюда, блядь. Здесь, блядь, Лора Палмер, блядь. Естественно, я проебашиваю, уже пантера просто берет на себя огонь. Я проебашиваю, блядь, и остается 3 хп сраных, блядь, у пантера остается. 3 хп, блядь. И все. А эти нихуя! По нулям, блядь! Вообще, они ничего не могут. Т-43 вообще не понимаю, лазит где-то там, блядь. 85-й там, блядь, что ты делать, нахуй. Я и маячу, блядь, уёбки, идите нахуй на базу, защищайте базу, пидорасы, вы чё, блядь, вообще, вы во что играете, вы хоть соображаете или нет, блядь? Это пиздец меня бомбило, блядь, просто. Нет, блядь, нервы, конечно, блядь, есть, но, сука, не до такой степени, я ебал, нахуй. Вот такие клоуны у нас бывают, блядь.
Вот, сука, не видит камера. Камера не видит нихуя. 85-й, он красный. Он рак. По статистике он рак, блядь. Ну, он даже 2х затащил. И уже пытается, блядь, что-то придумать на базе. Уже едет на базу. Что-то намудрить, блядь, пытается. Ну, конечно, так как рак, он, блядь, ему, наверное, два фрага просто чисто случайно как-то выпали. Здесь он никого не затащит, блядь. Во-первых, надо без автоприцела пантеру ебашить тут либо в жопу, либо как-то нахуй. Ниже как-то башки, блядь, башни пробивать. Или забирать лору надо было. Ну, блядь, кто ему подскажет, короче. Хуйнаны. Лора промахивается. А Т-43 вообще, блядь, вот он, блядь. У него 1100 хп. Гнида ебаная, блядь. Я хуй знает, откуда этот пидорас нарисовался.